Да кто так любит, как не я, мою Россию? Смотреть на тех, кто с ложью любит нашу Русь. Что было сделано в СССР, все растащили. Я за Россию каждый день всегда молюсь. Молюсь за будущее, за судьбу народа. Эпоха сделала кого-то добрым или злым. Определенно, хоть не радует всех что-то. Хотим мы этого или проще не хотим, а я молиться не устану за саму Россию. Она моя с судьбою связана, не зря. Кто сделать из нее хотел анорексию, он напаскудил в 90-х у руля. И есть хотя в России толпы недоносков, чиновников, хапуг на тепленьких местах, подростков, наркоманов, также отморозков. А я переживаю за такой моральный страх. Да, я молюсь, и буду дальше я молиться. За всю Россию я молюсь, как никогда, что нет войны, хотя бы с этим я смирился. Молюсь за то, чтобы России быть всегда.